Общие цели и задача. В Самаре прошло совместное заседание Общественного совета и Молодежного парламента при городской думе. Что обсуждали, расскажет Ксения Баканова. Новое поколение укрепляет позиции в политике. В Самаре состоялось совместное заседание Общественного совета городской думы и Молодежного парламента. На повестке дня – проект бюджета, который в первом чтении будет слушаться уже на следующей неделе. Мнение общественников, молодежи, наиболее острые вопросы, которые сегодня поднимались, они будут также озвучены на комитете и в дальнейшем при принятии бюджета максимально учтены. С докладом по этой теме выступила заместитель главы Самары, руководитель департамента финансов городской администрации Оксана Данилова. Члены общественного совета отмечают, чем больше людей привлечены к работе над финансовым документом, тем более рациональным он будет. Этот процесс достаточно сложный, но он очень интересный. И хотелось бы, чтобы именно молодые люди принимали участие в формировании бюджета города и понимали вообще, как он формируется, куда расходуются деньги, для того, чтобы поучаствовать в реализации тех программ, которые на территории города существуют. Наибольший удельный вес в расходах бюджета по-прежнему приходится на социальную сферу. Ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, строительство объектов культуры и спорта. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.